Палатский язык, последний в обзорах славянских. Также он назывался Древянский, Венский и другие были названия. Значит, это лихитская группа западнославянских языков, то есть это нечто похожее на польский. И дело в следующем. Современные границы Польши – это такой компромисс между тем, что было в результате экспансии немцев на восток, и историческими границами расселения славян. Дело в том, что вот западные славяне лихитской группы, то есть, так грубо говоря, поляки, они в ранние средние века, наверное, где-то 8-9 век, жили до Эльбы. То есть вся территория бывшей ГДР и район Гамбурга, и вот эта вся долина Эльбы, это все исторически славянские земли, а немцы жили гораздо западнее. Немцы, они вообще были сдвинуты во Францию, потому что франки – это немцы, то есть они жили, в общем-то, даже больше так во Франции, чем… Ну и в том числе на территории современной Западной Германии, конечно. Значит, вот. Дальше. С 9 века под разными религиозными и позднее националистическими основаниями немцы двигаются на восток, при этом уничтожая славянские и балтийские народы путем геноцида, что им славянские националисты все время поминают. Ну, кончилось это, как известно, тем, что немцы также имели Восточную Пруссию, уничтожив там пруссов, то есть балтов, имели Силезию, пытаясь уничтожить там поляков, правда, не смогли. И продвинулись там также до Варшавы, Варшаву взяли русские, в общем, Польшу разделили, вся эта история известна. К чему я все это рассказываю? Палабский язык – это вот остатки какие-то языков тех славян, которые жили там на Эльбе, которые являются там коренным населением, а немцы являются пришлым населением, виноватым в геноциде этих самых славян. Вот, это остаток этих славян, который до 18 века все-таки сохранился. Это племя древян, там еще племена были, поэтому язык также называется древянский. Немцы язык этот третировали, но все-таки где-то к 17-18 веку у них появились ученые, у которых хоть какая-то совесть имелась, и они пытались фиксировать этот язык, то есть в 18 веке немецкие диалектологи язык фиксировали. Но вот теми методами, которые тогда были, то есть несовершенными методами тогдашней лингвистики. В 18 веке это было в том состоянии, в каком сейчас сибирский, то есть умирали последние носители. Вот сейчас сибирский старожитческий язык в том состоянии, в котором был палабский, когда его фиксировали. И мы тоже вот сейчас язык зафиксировали примерно так же, правда, мы не немцы. Вот, в общем, поэтому сложно сказать, насколько вот это вот состояние языка, фактически вымирающее уже, насколько оно вообще достоверно. Но вот есть у нас то, что есть. Естественно, в школах нигде это не преподавался, и наоборот, в школах пытались отучить от славянского языка тех, кого они учили. Письменности никакой не было, немцы письменности просто пытались применить немецкую орфографию без четкой орфографии, когда немцы записывали. Письменных источников, естественно, нет, но материал какой-то есть, и на его базе современные исследователи реконструируют уже язык, пользуясь современными методами. Язык очень интересный, он совмещает как многие черты древних славянских языков, то есть старый такой, так и свои собственные черты, то есть все там очень довольно оригинально, хотя и походит действительно на польский, то есть лихитская группа. Вот гласные, как мы видим, очень много гласных, и даже есть такие, которые в славянских языках нет, допустим, вот это А губленное, Э, Ю, это вот именно немецкие вот эти звуки. Это, видимо, уже под влиянием немецкого и диалектов немецкого возникло. Много дифтонгов, есть носовые сохранились, но они во многих. Они, собственно, в лихитской группе почти везде и сохранились носовые. Да, не почти, а везде и сохранились. Носовые – это очень древняя черта, и сохранились там даже редуцированные. Но немножко они не там стоят. Ну, в общем, есть там редуцированные, то есть, как вот и в самом древнем славянском, там были редуцированные передние и непередние. Вот система согласных, как в лихитских языках во всех, очень много мягких, и они четко противопоставлены твердым. Это особенность именно лихитских языков и русского, и славянских языков. Ну, больше тут, наверное, я вижу нечего сказать, потому что типичная для польского система. Фонема F из немецкого только заимствована тут. Вот, в общем-то, и все.
Ударение падает на последний либо предпоследний слог. Если в последнем слоге редуцированный гласный, то падает на предпоследний. Есть редукция, то есть в безударных слогах полноценные вот эти фонемы, они все редуцируются, превращаются в редуцированный передний среднего ряда или в редуцированный вот этот, значит, не передний, и который. Как и во всех славянских, есть чередование, типа чесат, чише, вот такое вот, чисе, чешет. Ну и другие. Есть развитая, естественно, парадигма, как положено славянским, мужской, женский, средний род. Он выражается в согласовании с прилагательным, то есть прилагательное мужского, женского и среднего рода. Сохранилось двойственное число, 6 падежей традиционных, то есть нет звательного падежа. Противопоставляется несовершенный и совершенный вид. Ну, то есть, в общем, все как обычно в лехитских. Система времен довольно такая старая, то есть есть аорис, имперфект, старые славянские времена, претерит, но она также определенное влияние немецкого испытала, то есть некоторые формы они конструируют по аналогии с немецким. В частности, у них формы пассивного залога, которых много, и они образуются от личных форм вспомогательных глаголов вместе с причастием. Вот они очень многие по аналогии именно с немецким языком. И употребление этих форм тоже по аналогии с немецким идет. Есть императивы и инфинитивы. Мало текста зафиксировано, поэтому сослагательного наклонения просто не зафиксировано, мы не знаем, как они его образовывали. Вот парадигма существительных: мужской средний род, женский род и так далее. Ну, как мы видим, тут много, в общем, всяких окончаний. И тут, к сожалению, не написано, как это все по основам, но, скорее всего, довольно богатая и обширная парадигма, и, скорее всего, эти даже окончания многие фонетические варианты образуют. И, в общем, хотелось бы полную парадигму и посмотреть, как это с прославянской сочетается. Местоимения, как обычно, довольно специфические, во всех славянских довольно разные. Вот тут можно посмотреть, как это соответствует обычным нашим «мне», «мне», там, «моё», «меня» и так далее. Вот оно. Вот изменение глагола, то, что нашли. Ну, в общем-то, окончание это славянский, как мы видим. Вот «presence», то есть «настоящее время». Даже вот эти все носовые сохранились, которые были в прославянском еще. Сложное будущее время идет не с глаголом быть, как у нас, а с многочисленными, то есть много может быть вспомогательных глаголов, но это, видимо, по аналогии с немецкими диалектами пошло. С различными вспомогательными глаголами может образовываться будущее время. Претерит, аорист, окончание аориста, в общем-то, да, они восходят к прославянским, перфект тоже, да, походит даже в какой-то степени на болгарский это все. В общем, сохранились у них древние формы глагола. Словообразование типичное было славянское, то есть всякие суффиксы, типа, как у нас обычно, ка, какая-нибудь там лозайка, жаба, мужской род на ац, пляц, слепац, то есть типичное. Словообразование, оно долго держится, оно даже в сибирских диалектах держится именно старое, потому что модели, они активные, люди по ним слова все время образуют. И типичный порядок слов был свод, то есть субъект, глагол, объект, как у нас в славянских, то есть пастух пасет овец. Дело в том, что в немецком порядок пастух овец пасет, то есть там глагол наконец, а в славянских глагол ставится где-то в середине предложения. Типичный славянский порядок слов даже удержали. Сложных предложений мало зафиксировано, в основном они бессоюзные, но это возможно потому, что мало фиксировали, мало текстов записали, много религиозных текстов, некоторые песни фольклорные и так далее. Поэтому трудно судить о синтаксе, если мало примеров. В том, что зафиксировали примерно четверть немецких слов, но это, скорее всего, просто следствие вымирания языка, что вставляли уже тогда немецкий. Ну вот все. В общем, если мы славянские языки не будем поддерживать и сохранять всячески, вот так же вот вымрет, как этот самый вымер палабский язык среди немцев.